Новая клиника для детей на радость мам и пап Сарапула. На улице Труда открылась детская клиника «Камское здоровье». Ее появление – это яркий пример социальной ответственности бизнеса. Пример того, как предприниматель, резидент СССР Сарапул, вкладывается в восстановление архитектуры города. Ведь клиника для юных сарапульцев открывается на базе памятника культурного наследия. У нас здесь взрослое отделение «Камский доктор», здесь детское отделение «Камский доктор», да, которое сегодня открывается. Это, знаете, показывает такой пример, когда бизнес не только выполняет свои непосредственные функции, а его функция – это рабочие места, по сути дела, прибыль, да, и налоги в республиканский, там, федеральный и так далее, бюджет. Но берет что-то и сверху. Ну, например, можно было же хоть где клинику открыть, но если мы открываем вот в таком месте, да, в культурном, в историческом месте, в центре, и гораздо большие деньги вкладываем в то, чтобы, ну, это сделать, опять же, исходя из тех ограничений, которые у нас есть по таким объектам, это показывает, что бизнес готов сегодня брать, ну, какие-то функции сверх. В прошлом это номера Николая Павловича Зылева. Резидент ТСР уже восстановил один значимый объект для города – дом купца Башенина. Новый детский медцентр включает в себя комплекс медицинских услуг. От первичного патронажа новорожденных до приема разноплановых детских специалистов. Будет детская поликлиника с полным набором услуг. Рассчитываем, что каждый день будем оказывать услуги 80 пациентам. А по мощности, по услугам медицинским, это 2000 услуг в год. Инвестиционный проект – это не только радость для родителей, но и новые рабочие места, а также возрождение памятника и преображение облика города. Результаты, которые сегодня есть по городу в отношении предприятий и бизнеса, которые зашли по линии ТСР, они действительно, ну, хорошие, достойные, и мы искренне гордимся, и к нам даже по обмену опытом уже готовы обращаться наши соседи из Татарстана, и это очень отрадно. Что характерно, ТСР в восприятии все-таки как бы большинства воспринимается как появление новых заводов, фабрик, пароходов. У Сарапула очень хорошая линейка социальных проектов. И один из них – это, конечно, детская больница. Поликлиника расположилась на площади более 700 квадратных метров. Реализация проекта – это пример вклада бизнеса в развитие социальной сферы города.